стража держит ухо востро. Должны здесь заметить. Дарите улыбкой мой труд, чтобы имя мое продолжало звучать в этом храме сквозь годы и века. О, мать, ну, помоги мне, чтобы я занял свое место среди негаснущих звезд и никогда не умер.
Эй! Помоги мне, чтобы я занял место среди звезд и никогда не умер. О, боги! Сдохните, псы! Что ж, значит, вот как умирает мечта. А ведь я мог построить нечто вечное. А Гупа пел бы песни о твоих свершениях. Я о многом жалею! Но мы все рабы высших сил! Мы все выполняем волю богов! Спасения нет! Я не единственный в Ордене Древних! Убив меня, не обретешь покой! Поверь, мне не нужен покой. Я избрал этот путь по другой причине. Орден Древних запомнит меня тем, кто возводил города и возвращал людям воду! Пустыни и унесет всех в Литополисе, словно вы.
Позаботься о нем и помоги ему все понять. Ты принес смерть и страшное горе в мой дом! Ты была слепа. Но пора прозреть. Твой муж – Скоробей. Это он. Этот человек пытал твоего отца и многих других. Нет. Ты можешь вывести своего сына к свету, спасти от кровавой тьмы наследие отца. Прости меня, сын. Новости. ДНК Айи восстановлена. Ты получишь ее воспоминания. Они эпизодичны, но ты сможешь ненадолго попасть в них. Я буду верен тебе. Да. Странно. Прямо битва при Соломине, капитан. Ты в ловушке. А вот и Фемистокл. И я выиграл. О, боги! Фоксид, почему мы не оставим все это себе? Золота здесь хватит, чтобы уплыть на Лесбос. А ты что скажешь? Если сундук не прибудет к Помпею, то корабль тоже. Ради него мы пойдем и в царство Аида. Я понял. За работу, грязные лентяи! Дамаст, мой оруженосец! Вперед! Действуй! Наше дело – подкупить Помпея, спасти царицу и покорить царство. Обычное дело для наемников. Осторожно! Впереди камни! Все вижу. Я не слепая. Третье плавание, а ты уже огрызаешься. Просто ты смешно плюешься, когда злишься, Фоксид. Лишь бы не бросили в море! Эта участь недостойна героя. Настоящий герой добрался бы до берега вплавь. Вижу их. Не допущу, чтобы все было впустую. Ну, это уже просто похвальба. Парус на горизонте! Там! Цвета не римские. Во что нас втянула эта паршивка? Толемейцы. Их явно послал Орден Древних. Как Орден связан с Помпеем? Армия Помпея поддержит Клеопатру. Орден же хочет помешать этому союзу. Скорее. Ускориться! О, Посейдон! Я уже чую дым в воздухе. Рядом с вулканом море вскипит. Нельзя подходить близко, иначе сваримся. Это Метана? Всем приготовиться! Пора наказать этих гнусных предателей! Огненный дождь!
Поднять щиты! Приближаются корабли! Потопим этих мерзавцев! Стреляйте по корме! Там у них масло! Вспыхнет, как верблюжье дерьмо! Все нет. Следи за языком, капитан. Помпей – важный союзник и славный полководец. Мы приплыли сюда не за тем, чтобы оскорблять его. Я тот, кто есть. И не изменюсь ради царей и цариц. Даже семью я оставил по той же самой причине. Зачем я им такой нужен? Зато я с тобой. Мы все с тобой. Алала! Теперь моя семья — это сотня храбрых молодцов. Сложно уходить от тех, кто не принимает тебя. Но это верный путь. Разве? Помпей будет у берегов Тиры, как договорились. В путь!
вижу! Он идет на север! Не спеши! Там могут быть дозоры! Ты пытаешься отговорить меня от боя? Проклятье, женщина! Конечно, нет! Но я не собираюсь отдавать жизнь за римлянина, который может и сам за себя постоять! Слушай, не хочешь служить на нашей Триреве? Бомбы готовы! Будем рядом, атакуйте! Нас атакуют! Молодец! Быть может, и правда сгодишься на что? Следи за языком, старик. Иначе придется укоротить его мечом. Ищем этих мерзавцев! Я не встречался с римскими полководцами лицом к лицу. А, не волнуйся, Айя. Я буду вести себя хорошо. Беспорядки в Египте, и мне помогают наемники на Триреме. В разгар войны с Цезарем это странно. Да кто же вы такие? Могли бы не помогать. Помпей Магн. Клеопатра предлагает тебе свою дружбу. То есть золото за мою благосклонность в случае победы? Так ваша царица представляет дружбу. Чей профиль на этой монете? Есть ли женщина на римских деньгах? Альянс с Клеопатрой, альянс тех, у кого есть власть. Ей нужен не союзник, ей нужен царь. Что ж, и впрямь ценная дружба. Согласен. Вскоре я отправлю свой флот в Египет.
Место хорошо меняется. Покойся с миром, крыса! Ah!
Но! Янг? Сюда меня не пустят. Thank you.
Джая, подойди. Нэп, я так слаб. Спаси меня. Я знаю все секреты Гизы. Я расскажу тебе. Донесешь меня? Я не могу. Боги услышали. Ты настоящий герой. Помолчи. Тише. Свобода! Ты пришел в себя? Ну что, может, разграбим пару гробниц? Я помог очередному преступнику. А, совсем забыл. Ты же Миджай. Нет, я не преступник. Но зачем упускать шанс? Ну, конечно. Что нашел на сей раз? Бандитам это явно приглянулось. Кольцо невероятно ценное. Разумеется, оно им приглянулось. Вот они и решили любой ценой его заполучить. А я? Зачем пропадать добру? Продав его, я начну новую жизнь. Да. Идем, проводишь меня домой. Ведь защищать других — это твой долг. Ты сам видишь, как здесь опасно. Ну ладно. Да, мой личный Миджай. Вот это да. Я думал, что вас всех давно погребли пески времени. Не всех. Ты нам очень нужен. Такой сильный воин в любом деле пригодится. Расхлебывать кашу, которую ты каждый раз завариваешь? Да, нам здесь не просто выжить. Бандиты дышат в затылок. Тогда продай кольцо и забудь о нем. Знаю. Но в Гизе столько чудес и тайн. Надо только уметь смотреть. А сокровище? О, сокровище! Ага! Вот и мой дворец! Впереди! Да уж, дворец. Ты, брат мой, почему ты не искал меня? Меня так долго держали в плену. Так, где кольцо? Тихо, спокойно. Оно у Рашиди. А это кто? Это мой брат. Он поможет найти кольцо. Ты серьезно? Ну да, да. А что? Время есть. Ха! Удача всегда на твоей стороне. Правда, оба? Тогда где мое кольцо? Наше кольцо! Да! Да! Кольцо стоит 1 000 000 драхм! За него и сама Клеопатра готова отдаться! Надо найти остальных братьев. Кольцо у них. Тут повсюду бандиты. Займусь делом. Рашиди шел на юг. Должно быть, набрел на лагерь бандитов у Сфинкса. Вот глупец! Рашиди в беде. Надо спасти его из лагеря бандитов. Великий Сфинкс. Он меньше, чем я ожидал. Чтобы найти Гиену, мне нужен Мирет, человек Аполлодора. Он торгует где-то на этом рынке. Thank you.
увидят, сразу накинутся. Заслужил. Есть тут кто? Эй, помогите мне! Они скоро вернутся!
Что-то это кольцо нужно слишком многим. Ты знаешь о кольце? Оба инепти сказали, что ты в беде. Думаю, вам всем стоит отказаться от такой жизни. С кольцом? Отказались бы. Стой. Так у тебя его нет? Туро врезал мне по лицу и утащил кольцо к гробницам Химиуна на продажу. Какой еще Туро? Мой брат. Ну да. Ладно, пойду разыщу его. Вернись к братьям. Так безопаснее. Вряд ли. Интересно, что расскажет мне Туро. Похоже, это Туро. Что это? Руку откусили. Наверное, гиена проглотила кольцо. Бред какой-то.
Кольцо, которое искали оба, Непти и Рашиди. Закончу с этой историей. Что? Убью! За ним! Держите их! Я дам сигнал! Эй! Помогите! Я вижу врага! Жжется!